поздравляю воинов Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником. Сегодня сложные времена переживает Украина. Война идет в нашей стране. И вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины сегодня стоят на страже нашей страны. Оберегают ее, защищают ее от агрессора. Сегодня вся Украина объединилась. Общество, люди, мирное население, армия, все едины и все хотят одного – победы. Победы и мира. Я желаю всем, чтобы в нашей стране наступил мир, и мы с вами все вместе, украинцы, отметили нашу победу.